Гостей из других стран и республик южане встречают по-кубански гостеприимно и радушно на стенде региона. Поприветствовать участников фестиваля приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона вместе с участниками и волонтерами осмотрел стенд Краснодарского края. Экспозиция Кубани поделена на 6 тематических зон. Гид, экскурсовод, робот. Робби отвечает на каверзные вопросы. Рядом расположились инновационные проекты молодых ученых. А еще можно совершить путешествие на авиасимуляторе по 3D-карте Краснодарского края. Общаясь с молодежью, Вениамин Кондратьев отметил, что Сочи уже давно стал площадкой мирового уровня. И этот фестиваль должен надолго остаться в памяти тех, кто приехал на Кубань из других стран и республик. Друзья, конечно, здесь приезжают молодые люди, ваши сверстники из разных стран и разных континентов. Они говорят на разных языках, они имеют свою культуру, традиции. Вы знаете, вот чем они разнообразнее, чем мы все разнообразнее, тем прекраснее наш мир, согласитесь. Поэтому в этом вот многообразии, наверное, есть вот то, чем мы можем обмениваться, а мы с вами гордиться. Вот давайте покажем Кубань достойно, какая на самом деле. И пусть они, когда отсюда уедут, помнят вас, Кубань, Краснодарский край, всю свою жизнь. Участники и волонтеры еще долго не отпускали главу региона, фотографировались на память и делились впечатлениями.